учиться, или, говоря библейским языком, познавать. И познание — это процесс, и это работа. И в моей практике я заметил, что многие верующие люди, приходя в христианское учебное заведение, имеют не совсем правильное представление о христианском образовании. Им почему-то кажется, что оно должно отличаться от образования, которое существует в светских вузах, но я думаю, это не совсем правильно, потому что любое образование, оно основано на тех законах, которые Бог вложил, созидая нас. И поэтому, приходя в учебное заведение, в семинарию, в христианский университет, студент должен понимать, что ему нужно работать. Многие думают, что вот мы придем, мы будем слушать, как нам будут читать из Библии, учить чему-то, и мы будем это слушать, и затем, может быть, применять. Но для того, чтобы что-то учить, мало знать лишь только текст Священного Писания. Для этого нужно знать, как его использовать, как его правильно передавать, для этого нужно говорить грамотно. А для этого существуют различные курсы, поэтому все курсы, которые, кажется, даже иногда студенту не связаны с его прямой специализацией, они имеют определенную направленность, поэтому студент должен понимать, что учеба – это работа, это процесс, это созидание, и он дает прекрасный результат.